Силиконовый герметик, в принципе, любой фирмы. Мне очень нравится данный вот вариант. Вы можете взять любого цвета, у меня прозрачные, они бывают белые и серые. Понадобится крахмал. Я больше всего люблю пользоваться кукурузным. Элементы, из которых вы будете снимать слепки, насыпаем крахмала. И в этот крахмал примерно в этом же количестве мы будем вмешивать силиконовый герметик. Да-да-да, примерно столько же. Ну да, усилий требуется больше, чем с пистолетом. Замешиваем силиконовое тесто, из которого потом и будем делать наши. И теперь аккуратно, равномерно вдавливаю свой элемент. Опа, и она расходится. Она расходится. Сдавливаю свой элемент, при этом подтягиваю силиконовое тесто таким образом, чтобы оно плотно облегало края элемента. Видите, остается вот такой